Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Булкин, и я думаю, все этого ждали. Погодка, конечно, шепчет, но также шепчет мое настроение, друзья, потому что я думаю, что все уже знают, что сбылась моя мечта. Может быть, мечта идиота, может быть, нет, но наконец-таки это совершилось. И знаете, друзья, прямо перед самым началом я бы хотел сказать, что всегда добивайтесь своего, идите до последнего к своей мечте. И, в общем-то, я пришел к одной из своих мечт и приобрел, наконец-таки, долгожданную Audi RS6, на которой сегодня будет, надеюсь, на новом уровне тест-драйв. Итак, друзья, встречайте Audi RS6. Друзья, знаете, я шел к этому на протяжении 3 лет на самом деле, но сказать, что на протяжении 3 лет тоже неправильно, потому что можно это воспринять так, как будто я реально там 3 года добивался всего этого, но на самом деле нет, я себе отказывал почему-то в этом. Вот я сейчас смотрю на нее, я сейчас уже езжу на ней, получается, почти сколько, ну, больше, чем 2-3 недели, и я понимаю, что я просто вообще, зачем я себе отказывал, зачем я покупал какие-то Porsche, зачем я покупал какие-то X6M, когда есть реально вот она, тачка, о которой реально мечтаю уже просто давным-давно. Я вот не могу на нее налюбоваться, знаете, это что-то прям вот фантастическое. Я не знаю, как это описать, потому что то, что вот ты чувствуешь, когда твоя мечта сбылась, то есть вот у меня реально две мечты автомобильных. Это Audi RS6, которая вот сейчас стала, так скажем, вот передо мной, она моя. Все, я могу ее пощупать, я могу сесть на нее, в нее, точнее, навалить. Все, вот она прям тут, уже на протяжении, опять же, повторюсь, 2-3 недель. И дальше будет ступень, я надеюсь, что мы ее тоже добьем когда-нибудь, это Lamborghini Huracan. Я не знаю, как они это сделали, то есть вот вы уже тоже про эту тачку знаете многое, потому что я делал кучу видосов, да, где рассказывал про Audi RS6, вы, наверное, просто знаете реально все про нее. Данный автомобиль 2015 года, 560 сил, это версия не Performance. Чем отличается версия Performance от не Performance, я уже тоже говорил, но повторюсь. Performance — это, так скажем, просто идет прошивка с завода Audi, какая-то такая, знаете, на 45 сил, грубо говоря. Но кардинально ничего не меняет. Самое главное, что этот автомобиль выпущен позже мая 2015 года. Это конец лета 2015 года, конкретно эта машина. Здесь уже идут более усовершенствованные турбины, которые позволяют раскочегарить просто мощность этого автомобиля. Знаете, вот я сейчас говорю про это все. Если что, вот кто меня, опять же, давно смотрит, тот знает, что я планирую делать в свое время потом 810 сил примерно. То есть это будет Stage 2+. Данный автомобиль пока что стоковый. Знаете, это единственный автомобиль, от которого я реально ожидал меньшего. То есть я знал, что она, в принципе, ебанутая, эта тачка, но я не думал, что настолько. Потому что, наверное, ни одна машина в стоке мне не приносила столько эмоций, сколько приносит вот это вот сейчас. И мне, честно, страшно представить вообще, что она будет творить, когда здесь будет 800 сил. Это, простите меня, в 1,5 раза практически больше, чем сейчас. Ну, ладно, я утрирую, но на 250 сил как бы точно будет больше. Вот, кстати, давайте сейчас сразу вот решим. Я должен был это сказать в самом начале, но сейчас продолжим. Вот эти вставки, да, красные, которые мы тоже уже несколько раз обсуждали в моем инстаграме, кстати, друзья, Булкин СПБ, вся инсайд-информация, различные фото и видео всегда там. Мы уже обсуждали несколько раз, знаете, вот когда я увидел первый раз на фотографиях, когда еще, ну, машина была не моя, когда я вживую даже не видел, я подумал, что первым делом, когда я куплю, я просто эти красные вставки, ну, хотя бы в черный покрашу. И знаете, вот сейчас, когда я смотрю вживую, когда многие люди, вот тоже, которые считали, что это полный пипец, в плане типа колхозно выглядит, вживую есть какая-то изюминка, но, возможно, она слишком сильно выделяется. Поэтому обязательно, то есть, как бы, друзья, если вы, допустим, здесь впервые, обязательно будет куча автовлогов. Просто сейчас мы очень долго снимали тест-драйв на эту тачку. Будет очень много автовлогов, где мы будем тюнинговать машину, какой-то внешний вид менять, то есть будет очень много чего интересного. И вот давайте, друзья, напишите все-таки в комментариях, вот сейчас вы смотрите на видосе, красные вставки
и красные шильдики спереди и сзади. Наверное, все-таки перебор. То есть что-то надо их, может быть, в черный, но очень спорный вариант. То есть реально что-то есть, но, наверное, чересчур. Еще, друзья, стоит отметить, что после покупки автомобиля, вот я ее пригонял из Москвы в Питер, сразу же, как я только приехал, я отдал ее в детейлинг-центр своим друзьям Автоспа-хаус, которые мне затянули полностью всю морду, зеркала в бронепленку матовую специально, которая не выделяет, да, то есть не видно, в принципе, так, что вот морда заклеена бронепленкой, а остальная часть автомобиля нет. Теперь моя тачка защищена от сколов, это реально очень важный момент, потому что лакокрасочное покрытие, тем более матовое, да, то есть это оригинальный цвет, серый мат, именно краска. Ну, как бы не хотелось словить какие-то сколы, чтобы потом это все как бы перекрашивать, не дай бог. Давайте сейчас посмотрим коротенький такой ролик красивый, как ребята реально старались и оклеивали этой специальной пленкой мою РС. So lati don't make me wait, I'm tryna fly. All I wanna do is get medicated. Eyes looking low like a Chevrolet is. You don't really wanna test her, cause you got that shit like she just defecated. R.I.P. to the mother candidates. They can't get me high as this. She took me to another planet. It's got me feeling so marvelous. So look at her, then look at us. Up in the clouds, ubiquitous. I feel an urge, I feel a gust of aerodynamics up under us. Ever since I was a kid, I felt like I was trapped in a life that I wanted to leave. Также, кстати, помимо красных шильдиков сзади, впереди и вставок этих, которые вы видели, да, в бамперах красные. Еще в автомобиле сделан, так скажем, найт-пакет, как это очень модно говорить. То есть все молдинги, да, все хромовые элементы и прочее оклеены черный. Вот тут я считаю, что это очень сильно идет автомобилю. То есть вот даже посмотреть на диффузор, он тоже полностью весь черненький, и это очень круто. Ну и как бы вот эти все линии тоже вместе с рейлингами и так далее, все элементы именно в черный. Вот это, мне кажется, круто. Жопа автомобиля, ну, блин, RS6 просто, на самом деле, почему? Это вечно, на самом деле, такой спор, знаете, ну, то есть, каждому свое. Кто-то любит RS6, кто-то любит RS7, кто-то берет S8. Автомобили, по сути, одинаковые, просто, как бы, все различия в кузовах. Это универсал, RS7 это седан, S8 это представительский седан. Я просто не могу без улыбки смотреть на машину, о которой реально мечтал столько времени, я до сих пор, то есть, вот, понимаете, я не кайфовал ни от какой тачки еще так, от владения, то есть от владения, от того, как я на ней ебашу, от того, как на ней просто вот находиться, я не понимаю, что вообще происходит, наверное, просто это все потому, что это была, ну, реально давняя моя мечта, и вот это что-то просто невероятное, серьезно, ребят. И RS6 мне нравится просто безумно, потому что я смотрю на эти формы, это просто пиздец какой-то, я не знаю, это вынос мозга. Эта тачка просто, ну, это мое личное мнение, да, как бы тут, ну, серьезно, кто меня знает давно, просто знает, как я фанатею от RS6. И как бы вот это вот все, вот, да, вот как бы, вот то, что вот здесь вот находится сзади, то есть вот тут какие-то посылки, да, вот картошку сюда положил и все, и забыл. На самом деле я вот на этой машине сегодня грузил вот всю хрень, и, по-моему, один раз пакет из магазина загрузил сюда, и все, больше я ни разу не открывал за 2-3 недели владения автомобилем. Это все хрень. Здесь главное стиль. Ребят, когда вы видите сарай, который уносится в точку просто от каких-нибудь ГТРов, это реально круто, я считаю. Но нету аналогов. Нет, есть, конечно, Е63, тоже, знаете, shooting brake, как у них называется, кузов вот этот, да, универсал. Но мне кажется, RS6, она очень злобно выделяется, очень вот гармонично все сделано. Расширение, все вот эти вот выхлоп, раздутая жопа, агрессивная оптика. Я не знаю, просто все максимально круто. По поводу дисков, это зима, 20-е катки, в принципе, они неплохо смотрятся, диски АЭЗ, есть еще лето, 21-е оригинальные, опять же, в своем инстаграме я их тоже уже выкладывал, летом будем ставить оригинал, они чуть полегче будут, я считаю, те диски, которые у меня, они считаются читерскими, потому что на них спокойно влезает та же Тоя, но я не думаю, что я буду ставить полуслики сюда летом. И диски сами по себе легкие, то есть реально их используют чаще всего для того, чтобы достичь как бы, ну, максимального облегчения. Ну вот, как бы все, что вы сейчас увидели, это вообще не проблема для Quattro. Причем, как бы у нас сейчас, не, у нас, конечно, хорошая зимняя резина, но, знаете, я действительно впечатлен от того, как хорошо реально система Quattro работает, потому что, в принципе, я с ней дела никогда не имел.
Мне приходилось кататься в свое время на X6M, который X-Drive. У Mercedes Firmatic тоже приходилось, на банане, который у меня был недавно. Но Quattro, знаете, что-то в этом есть свое. Я не знаю, как это объяснить. То есть, ну, есть куча тестов, на самом деле, в интернете. Я не собираюсь там хвалить компанию Audi. Мне совершенно за это никто не заплатил. Да, возможно, я немножко буду утрировать, да, потому что это все-таки, опять же, тачка моей мечты, которой я долго шел и так далее. Друзья, знаете, я на самом деле очень сильно волнуюсь. Вот как бы это странно ни звучало, далеко там мой не первый тест-драйв, автовлог и так далее. Но когда ты рассказываешь про тачку, которые ты реально вот, ну вот, я понимаю, что я 100 раз уже сказал, все уже это поняли, но, ребят, я сразу хочу сказать, я многого сегодня не успею сказать, просто не смогу реально все вспомнить, что бы я хотел сказать, поэтому, если кому интересно, друзья, сразу вот скажу, подписывайтесь на канал, потому что будет куча автовлогов, будет, опять же, тюнинг, мы будем поэтапно тюнинговать эту тачку, сначала чип, потом впуск-выпуск, а потом полностью новые интеркулеры и охлаждение в целом. И на выходе у нас должно получиться 810 сил примерно. Друзья, вот, ну, серьезно, я не знаю, машина дарит эмоции. То есть вот даже, понимаете, она просто круглогодично будет дарить эмоции. Это что-то просто фантастическое. Зимой можно на ней веселиться просто вот, ну, на ура. И знаете, это та машина, которая реально пофиг. Я понимаю, что сейчас, вот если взять тот же GTR, который у меня был летом, и, типа, мы все знаем, что на нем нельзя было там дрифтить, скользить и так далее, а на Audi это можно позволять, и ей вообще ничего не будет. То есть у нее вот, вот понимаете, этот мотор 4.0 TFSI, который они сделали, V8, он, ну, как ни крути, он выше на голову, чем Mercedes-овский 5.5, чем BMW-шный 4.4 уж тем более. Этот мотор потенциален для тюнинга, то есть вот если взять тот же 5.5 AMG, 4.4 M-шный, Stage 2 на Stage 2 их поставить, Audi будет впереди, вот как ни крути, при этом она будет самой надежной. Сейчас вот потеплеет, сейчас нет зацепа совершенно, хоть у нас стоит неплохая резина, повторюсь, зимняя, зацепа на тачке вообще нет. Реально она вот даже вот сейчас вроде в каких-то местах более-менее сухо стала, но с зацепом проблемы. То есть мы сейчас ждем лета, я даже замеряться сегодня не буду, я не брал с собой Dragon, это бесполезно. Я вам скажу больше, я сам этого не делал, как бы это, может быть, странно не звучало из моих уст, то что Булкин не замерил тачку, но я не вижу в этом никакого смысла. Но по ощущениям она сейчас едет, наверное, чуть хуже, чем паспортные данные 3,9 секунды, скорее всего, наверное, без зацепа она поедет 4 низкие, но по ощущениям я не знаю, как это передать. Может быть, выхлоп дает свое, вот что-то свое. Может быть, то ощущение, что ты делаешь это на сарае, вот на огромном, который весит больше 2 тонн. Я не знаю, ребят, но это какие-то вот эти, даже вот эти 4 секунды, они просто, они охуенные. Они настолько охуенные, что... Вот не поверите, если даже взять эмоции, которые я получал летом от GTR, и сравнить их с зимними эмоциями от RS6, казалось бы, спорткар, лето, полуслики, зацеп. RS6, сарай, зацепа сейчас нет, зима, шипы. И вот даже вот, понимаете, я не знаю, как это объяснить, но само ощущение, это просто пиздец. И причем, знаете, как бы опять, одно же, вот если бы я это говорил, но я уже прокатил немало друзей. Вот сейчас даже оператор не даст соврать, который сидит, снимает. Он вот просто в шоке был. И много вот, сейчас опять же, посмотрите, вот у меня история была, я даже ее сохранил, тоже кореша снимал после того, как я прокатил на RS6. Его реально неподдельные эмоции, это вот реально было в моей истории. Просто пиздец, реально дьявол, не машина, блядь. Это реально дьявол, блядь. Ты ебануться нахуй тебе было, блядь. Ну такие вот у нас съемочки, ребят. Теперь по комплектации, давайте пройдемся вот вкратце. Я, как вы знаете, долго искал себе RS6, и моя задача, ну как задача, я просто себе поставил сам задачу, я хотел тачку, ну почти в фуле, то есть мне важна была проекция, почему-то ночное видение, вообще не знаю для чего, на самом деле штука полезная, она здесь есть, и Bang & Olufsen. Вот насчет третьего, на самом деле, я уже писал пост еще до того, как купил эту машину, поэтому не надо говорить, что я сейчас просто оправдываю того, что у меня его здесь нет. Мне ребята из К8 Штрассе, да, которые, ну, немало тачек повидали в своей жизни. Кстати, ребятам огромное спасибо, они очень сильно помогали мне при покупке тачки, искали тоже все, продиагностировали, кстати, мы ее замерили на стенде, 565 сил она выдала, то есть все как надо, реально. Все у нее идеально, эндоскопом прошлись, она готова к тюнингу, реально, прям вот
прям вот это сердечко ждет 800 сил здесь. Вот, поэтому ребятам реально респект. Мы, кстати, у них будем строиться потом. Они просто реально пока что единственные, кто сделали RS6 810-сильную. И которая реально ездит без проблем. Ну так вот. И мне сказали, и не только они, что Бэнк... У меня просто в X6M был Бэнк. Бэнк & Олсен. Это топовая музыка, в принципе, которая была на X6M. Которая есть в Audi. И мне сказали, что типа... Ну, по сравнению с BMW она не так играет. А я не слышал ее вживую. Да, конечно, выглядят прикольно эти выдвигающиеся такие динамички у Бэнга, но типа разницы нет. То есть Бэнг на Audi заточен больше под классическую музыку, а на базе, которая здесь, именно басы. То есть базы. У меня на Porsche был базе, и в принципе он играл неплохо, но я такой типа долго думал, потом думаю, ладно. И тут вот эта машина, она висела давно, но я, честно говоря, что-то ее динамил. Я ждал, как вы, если вы помните, давно следили, я ждал почти 3 месяца машину. Это, опять же, единственный раз, как я так вот долго выбирал машину. И вот я смотрел на нее, меня смущали эти красные вставки, серьезно вам говорю. То есть я вот даже, можно сказать, из-за них тоже вот думал, брать, не брать. А потом подумал, ночное видение есть. Оно, кстати, полезно. Понятное дело, что его включаешь не каждый день, но в целом это полезная тема. Проекция есть, ну тут... Без нее реально, ну, было бы глупо брать машину. Музыка базе играет в итоге отлично. Пакет Audi Matrix, который включает матричную оптику. Вообще различные там ништячки есть, но это такая, знаете, опция, которая, в принципе, на RS-ках должна идти. Там снят ограничитель, 305 км в час она должна ехать. Но мы это еще не проверяли. Вот. Керамические тормоза, что очень важно. Керамика, друзья. Это первая машина, на которой у меня будет есть керамика. Охуительно. Это, ребят, что-то просто не... Это надо попробовать. И все это мифы, что типа за ней надо ухаживать. Нет, ну как бы я за ней ухаживаю, конечно, ну, типа, не как за обычными тормозами, но что там за ними пиздец надо следить, это все миф. Тормозят уверенно. И, ну, как бы, понятное дело, что до сих пор ни разу не Акропович. Объясню потом, почему. Решил ставить Miltek. Это тоже все будет в автовлогах. Пока что стоковый спортивный выхлоп Audi, который очень достойный. То есть у нас серый матовый цвет, да, это заводской цвет, это не пленка. Расширенная кожа, которая стоит баснословных денег, с красной строчкой, красные ремни, то есть прям карбончик вставочки, да, салон богатый. Сука, один минус есть у машины. Вот этого я не хотел. А, да, еще, конечно же, доводчики, но они тоже почти на всех RS6 идут. Панорама, блядь. Вот кто, опять же, смотрел мои автовлоги и так далее, которые я выпускал до покупки машины, помню. Это, сука, лишний вес. Вот это я, вот тут я расстроился, конечно, что вот эта хрень здесь присутствует. Но, что ж поделать, ребят, идеальной тачки не найти, серьезно. Друзья, чтобы собрать идеальную RS-ку, надо брать новую машину. А новая машина стоит в 2 раза дороже, чем та сумма, за которую я ее купил. Я считаю, что комплектация удачная, мне все нравится, серьезно. Меня все устраивает, большинство вещей, 90%, да, вот если бы не было панорамы, ну и Бэнк & Олсен вот этот, да, опять же, я его не слышал и не знаю. Может быть, действительно, разница не такая уж и большая. Ну что, друзья, а сейчас, как вы видите, уже солнце ушло за горизонт. Я думаю, что время немножко понаваливать. Сейчас покомментирую в прямом, так скажем, эфире все это дело. Ну, плюс еще вы видите красивые кадры. Time we can't go home. Расскажу. Короче, что меня бесит? Вот давайте вот неожиданно начнем с этого. Вот реально, что меня раздражает? Как я уже говорил несколько раз, вот это вот.
Это могло выглядеть на 15-й год уже посвежее, вот эта система MMI, которая присутствует в Audi. Но, честно говоря, я уже привык. И самое главное, опять же, не пытаюсь оправдать, я думал, что она хуже. Потому что на самом деле все приятненько. Настройка тачки, да, там individual dynamic, все плавненько, все ничего не лагает. То есть все переключается, в принципе, работает быстро, да. Конечно, по самой работе системы там какие-то могут быть вопросы, да, то есть немножко непривычно по сравнению там с мерседесовским командом или НБТ у BMW, но в целом, вот смотрите, даже карта там, ну, без особых каких-то лагов, и графика не такая уж и плохая, но просто все равно такое. MMI очень... Ну, сейчас вот, да, которые пошли на современных Audi, они неплохие, которые в ТТшки ставят, там, в А5 и так далее, А4 и А7. Но вот это уже такое себе. Вот это сенсорная хрень. То есть вместо кнопочек, да, типа радиостанции, чтобы биндить 1, 2, 3, 4, 5, 6, здесь у нас сенсорная панель. Сразу скажу, она меня раздражает. Потому что бывает, что что-то ты заденешь. Бывает, здесь у тебя вот, например, прикуриватель, да, здесь подключена зарядка для айфона. И вот тут провод, он лежит здесь, и все, он может случайно там, да, вот, то есть если у вас играет Bluetooth музыка, ну, это такие мелочи, просто я вам, ну, на всякий случай, они тоже рассказываю, может, интересно. Это вот меня реально раздражает. Приходится провод вот так обводить за ручкой КВПП, и тогда он как бы не заденет точно. Ну а если задевает, то даже провод реагирует, как бы и бах, там у вас переключается на какую-то радиостанцию. Дальше. У всех вагов. Я за что любил. У меня была Шкода, у меня и Фольксвагены были в моей жизни вообще. И на Ауди, на других катался, на более простых. Но почему-то здесь не регулируется подлокотник по... То есть вот его нельзя сдвинуть вперед-назад никак. Его можно, как на всех вагах, поднять, зафиксировать. Но сдвинуть именно его вперед почему-то нельзя. Почему это сделано, я до конца не понял, но это было бы очень удобно. Потому что, честно говоря, немножко иногда не хватает. Приходится наоборот. То есть раньше ты подстраивал сиденье, а потом подстраивал под себя подлокотник. Теперь ты подстраиваешь подлокотник под сиденье. То есть, ну, такое себе. В принципе, по эргономике все. Зеркала отличные. Обзорность отличная. Чуть-чуть жирноватые стоечки, но, в принципе, нормально. В целом, вся обзорность, да, по тачке, все всегда под контролем. Камеры 360 присутствуют. По всяким ништячкам, я уже сказал, там проекция, есть ночное видение, которое вы уже, наверное, не раз увидели и увидите. Все, в принципе, знаете, ну, мультируль, очень удобный руль, кстати говоря, скошенный снизу. Нету такой фигни, знаете, как у этой Алькантарки. На самом деле, слава богу, потому что вот Глаум я недавно тестировал, 45-й. У него как раз Алькантарка здесь, она очень со временем становится неприятная на ощупь. И здесь, знаете, руль не скользкий, очень классно он лежит в руке. Ничего там не пытается вырваться куда-то и так далее. Мне очень нравится руль, просто офигенный. Есть еще круглые рули, но это прям скошенный такой, типа спортивный. Все под рукой, обожаю ваги за то, что у них сделано на самом деле многое для людей. И вот эти вот все вот узнаваемые штуки, Volkswagen, Audi, там, да, Porsche и так далее. Много чего общего, и мне этот стиль очень нравится. Все под рукой, все очень круто. Да, кстати, по поводу керамики, скрипит, но не всегда. Скрипит, когда попадает влага. То есть вот сейчас, по идее, вот мы только после снега. Ну, иногда сейчас поскрипывало, если честно. Вот. Просто я думал, сейчас скрипанет, но а так вообще как бы не беспокоит. Но есть один нюанс. На керамике будет проблема по эффективности торможения после моек, после снега. То есть как попадает влага, тормоза становятся вялыми. Пипец, причем какими вялыми. Это, то есть, ну, такое надо учитывать, потому что пока они не просохнут. Вот, например, сейчас мы уже проехали, наверное, километров 15 после того, вот как мы сейчас пожарили на снегу. И еще, ну, получше, но еще не вернулась прям 100% эффективность. Красный свет, знаете, но на этой машине не проблема, потому что всегда можно, как ребенок последний, поиграться. Эта машина реально создана для детей, больших детей. Ставите нейтралочку и... Включайте режим S. Вот здесь установлено
установлена ДРЦ-подвеска, не пневмо. Это реально круто, я уже ощутил это на себе, и я почитал тоже отзывы, люди пишут, что на пневме машина очень валкая, то есть, да, она комфортнее, она более мягче, ты можешь там ее поднимать, опускать и так далее, но именно на ДРЦ-подвеске ты получаешь вот эту вот управляемость. Конечно, это странно звучит, но хотя бы сейчас в сарае может немножечко рулиться. И плюс ко всему еще есть Sport Diff, который тоже очень ценится, и это очень крутая вещь. Итак, друзья, я думаю, что пора подводить итоги. Еще раз финишную, знаете, такую черту на сегодняшний ролик. Опять же повторюсь, что это далеко не конец, только начало. Причем, знаете, самое такое вступление, пролог самый настоящий. Потому что еще целая история будет у этой машины, которая будет, естественно, на канале в виде автовлогов и так далее. Поэтому, друзья, если вам все это интересно, не забывайте подписываться и, конечно же, ставьте лайк. Я не хотел просить сегодня лайк, друзья, но, блин, мы реально очень сильно парились сегодня, ну и не только сегодня. Мы снимали несколько дней этот тест-драйв, и монтируется он, скорее всего, тоже несколько дней. Ну ладно, это уже не важно. И я надеюсь, у нас получилось сделать на голову выше, чем прошлые тест-драйвы. Но это, опять же, на ваш суд. В комментарии обязательно пишите, буду все читать. Очень будет приятно, полезно, интересно послушать ваши комментарии. Сейчас немножко понаваливали, ну, в принципе, как и всегда, на этой машине ездить, в принципе, спокойно, очень странно. И, друзья, знаете, я могу реально сказать, что вот я очень спокоен за счет того, что у меня просто вся морда в бронепленке. Еще раз хочу спасибо сказать своим друзьям из AutoSpa-House. Я оставлю все необходимые ссылочки на них. Ребята делают все очень качественно, сделали очень быстро. Никаких нареканий у меня нет. Так что, ребят, в Петербурге, если кому интересно, детейлинг, мойка у них есть. Плюс еще, конечно же, вот такие вот оклейки, бронепленка и так далее. Большой спектр услуг, хорошие цены и хорошее качество. Обращайтесь обязательно, ссылочки будут в описании. Так что я теперь, ну реально, вот когда не было пленки, прям было стрёмно. Сейчас прям поспокойнее, потому что я стараюсь все машины как бы бронировать, по крайней мере, хотя бы морду пленкой. У нас вот так повезло, я думаю, что не стоит скрывать, что мы сейчас стоим рядом с RS7. И знаете, кому-то, конечно, RS7 больше нравится, но мне честно, я вам скажу, я даже не рассматривал RS7, ну не нравится она мне. Она очень похожа с виду на А7-ю. И, ну, нет у них такой какой-то выдержки, линий каких-то, да, то есть она смотрится, ну, как-то более обычно. Ну, цвет охуенный, мне нравится этот цвет, но, знаете, я RS6 тоже когда-то, еще когда летом мечтал о ней, думал брать в таком цвете. Но, честно говоря, цвет немножко заезженный, это, знаете, как Ferrari красные, вот, Lamborghini желтые, ну, что-то типа того. Нет, цвет охуенный, я не хочу там что-то сказать, что, но серый мат тоже прикольно смотрится, согласитесь. Ребят, давайте решим реально, что по этим ставкам. У меня прям разрывает 50 на 50. Я с одной стороны смотрю, вот понимаю, что это колхоз, пиздец. Ну, то есть красные шильдики, красные вставки, очень ярко выражены и как-то, ну, такое. Но с другой стороны, если с другого ракурса как-то глянуть, ну, есть какая-то изюминка. Но, ребят, я думаю, вы мне поможете. И в любом случае, в скором времени будет автовлог, скорее всего, перед чипом. Мы будем решать с тонировкой вопрос, мы будем решать с этими вставками, с шильдиками и так далее. Поэтому я думаю, что первым делом займемся этим вопросом. В общем, по машине, друзья, очень сложно сделать какой-то итог. Во-первых, я катаюсь на ней еще только, да, где-то 2-3 недели. Во-вторых, у меня эмоции, серьезно, как бы. Я, может быть, даже было бы правильнее, если бы выпустил этот тест-драйв, может быть, через месяц, но я понимаю, что это бред, потому что надо идти дальше, снимать автовлоги, это вам интересно, я хочу это делать. Поэтому, конечно, я должен высказать свое мнение. Но тачка охуенная. То есть конкуренты это, да, E63, 213 кузов, который я хотел брать, но в итоге не взял. По двум основным причинам. Первое это то, что жалобы идут на мотор, этот новый 4 литра. То, что есть уже машины стоковые и на стейдже первом, которые на 5000 километров умерли. Ну, неприятная ситуация. И второй момент это Firmatic Plus, новая их система, которая позволяет переключать с полного привода на задний, которая тоже дает сбои. Ну, не хочется брать такую, знаете, это все-таки эксперимент у них был у Mercedes, можно их понять. Ну, видимо, может быть, что-то допилит со временем. Но, как бы, есть такие нюансы, ну, а смысл, да? То есть, что-то прям, я после ГТР устал чинить машины постоянно. А RS6 это машина, которая реально по барабану на все. Она просто, ты садишься в нее, включаешь спорт, она говорит, да-да-да, поехали, ебаш, все. Окей, садись и жарь меня. И ты жаришь. Вот реально, даже вот Уракан, о котором я мечтаю, ну это все-таки спорткар, да, это не основная машина в любом случае, а эта машина может быть основной, и она может наказывать очень многих. То есть, когда у нас будет 810 сил, повторюсь, да, это будет в районе, ну в зависимости от
покрытия и резины где-то 2,7-2,9 секунды до 100, прям 100% должно быть. И где-то в районе, ну, из 6 секунд 100-200 мы выйдем прям 100%. А это уже уровень 911 Turbo S, причем Stage 2. Ну, как бы, я думаю, что эти цифры много о чем говорят. Короче, ребят, тачкой я, ну, более чем доволен. То есть, когда, знаете, исполняется мечта, это прям очень круто. И я, честно, пока под впечатлением, я просто обожаю ее, короче. Я влюбился в нее. Я понимаю, что мы когда-то с ней расстанемся, учитывая, как часто я меняю автомобили. Но в топе моем, на машинах, на которых я ездил, которые у меня были, эта машина определенно занимает первое место. Надежный V8, обычный автомат, никакого робота, ничего не отрыгивает, не, просто не ломается. Все держит, понимаете, мотор держит, и коробка, и турбины 810 сил. Это же пиздец. Это же вообще фантастика какая-то, я не понимаю. Вот стоят красавицы. Честно, уже язык заплетается, наверное, пора заканчивать. В общем, ждите автовлоги. И, друзья, не забывайте подписываться на Инстаграм, потому что, вот давайте прямо сейчас пример. Видео, которое вы могли увидеть только в Инстаграме, который не вошел в тест-драйв, давайте прямо сейчас я вам его покажу. Так что, друзья, Булкин СПБ, подписывайтесь, реально очень, ну, стараюсь делать интересный контент там тоже. Реально, я немножко сейчас, знаете, вот в таком каком-то небольшом опьянении нахожусь, потому что реально сложно, очень сложно, ребят, делать какие-то выводы, когда ты управляешь той тачкой, о которой мечтал, и управляешь ей такой короткий срок. Я не буду говорить, ставьте лайк, просто оцените видео, как вы хотите. Мы старались реально, я надеюсь, что получилось круто. Я еще пока сам не знаю, как получилось, но я очень рассчитываю, что получилось круто. Поэтому, ребят, оценивайте, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вон там прям вот подписочка, потом колокольчик. Подписывайтесь на мой Инстаграм, еще раз повторюсь, сотый раз. Ну просто реально это, ну блин, я, ну типа круто, мой Инстаграм реально заебись. Вот, ладно, все. И комментируйте, друзья. Увидимся совсем скоро. У нас куча еще проектов, помимо RS6, просто это как бы типа основная моя машина на данный момент. И останется ей, ну, я не буду загадывать, просто пока останется моей. А, ну, еще есть изжога, матрешка скоро будет готова. Кто подписан на меня давно, тут в курсе. Не хочется заканчиваться, хочется, знаете, вот, знаете, хочется просто болтать час. Но я понимаю, что это нахер никому не надо, хочется говорить. Но это будут все одни и те же мысли, что это охуенная машина. И это типа не объективно звучит, но оно так и есть, ребят, поверьте. Поверьте, реально, вот поверьте в эти слова, и мы это будем доказывать в автовлогах. Все, ребят, увидимся. До новых встреч, пока-пока.